Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы КПК Gold Invest. Реальные доходы в реальном времени. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. День хорош для перемен, любых. Если не можете придумать ничего лучше, измените хотя бы прическу. Телец. У вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то мнение. Действуйте так, как считаете нужным. Это будет лучшим из всех возможных вариантов поведения. Близнецы. Вы будете довольно уязвимы. Практически любое слово в свой адрес будете воспринимать как оскорбление, придавая ему отрицательную окраску. Чтобы не обидеться на весь свет, лучше ограничьте круг общения. Рак. Если те, кто вас окружают, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать, это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются. Лев. Будучи спрошены, а что ты об этом думаешь, постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия и ничего иного. Дева. Вам стоит попытаться найти невидимую точку равновесия между личными чувствами и взаимоотношениями с другими людьми. Постарайтесь наломать не слишком много дров, их уже и так в избытке. Весы. Этот день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто приятное взору. Не рекомендуется пускаться в длинный путь. Скорпион. Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм, только не подумайте, ничего дурного с вами не случится. Стрелец. Надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильное искушение. Козерог. Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время. Теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие в этом не потребуется. Водолей. Исчерпайте имеющиеся у вас возможности, прежде чем искать новые. В противном случае можете лишиться и тех, что у вас были, и не получить других. Рыбы. С этого дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное. Gold Invest в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21, Гай, улица Ленина, 48.